Почти 12 миллионов рублей областные власти направят на восстановление 43 воинских захоронений в муниципальных образованиях Тверской области. Такое решение было принято накануне. Какие объекты будут отремонтированы в первую очередь, расскажем прямо сейчас. В Тверской области активно ведется подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии юбилейной даты в порядок приводят воинские захоронения на всей территории Верхневолжья. Мы сейчас завершаем работу по реализации нового проекта. Это восстановление, реновация, как сейчас модно говорить, наших памятников воинских захоронений. Мы привлекли технологию по 3D-моделированию, оцифровываются уже имеющиеся памятники, которые сегодня, к сожалению, уже приходят в очень такое ветхое состояние. И дальше уже в рамках второго этапа этой программы будут производиться, восстанавливаться памятники из новых современных материалов. В настоящее время в Тверской области завершается реставрация обелиска советским воинам, погибшим при освобождении Ржева. На эти цели из областного бюджета направлено 25 миллионов рублей. Проектом предусмотрена реставрация самого обелиска и благоустройство прилегающей территории. 17 октября губернатор Игорь Удыня в ходе рабочей поездки в Ржев проинспектировал выполнение работ на обелиске. Мы приняли решение о замене мачты освещения на новые. Попросили изменить подход и увеличить количество малых форм, там, где могут люди присесть, до скамейки, поставить специальные места для сбора мусора. Также мы приняли решение смонтировать ограждение, потому что слишком крутой склон, и мы понимаем, что это место, оно является любимым для горожан. Напомним, что решение о ремонте обелиска было принято на заседании Российского организационного комитета Победы под руководством президента России Владимира Путина в декабре 2018 года, в котором принял участие губернатор Игорь Рудыня.